Роман Евгеньевич, здравствуйте. Вы меня помните? Я Катя, жена Семенова, вашего патолога-анатома. Роман. Так как наша компания работает в сфере ритуальных услуг, нам нужно понимать, насколько чутки наши сотрудники. А вот и пополнение. Заходи, чего встал-то? И дверь закрой, дверь, говорю, закрой. Ну так, Ирина Михайловна, спасать парня надо было, не пришло бы и пополнение. Он новое легкое ждал, не дождался. Сделала все, что смогла. Мам? Yes, darling? I can't masturbate. Sweetheart, I'm glad you decided... Это у вас неправильно. Надо исправиться. So, Amy, what about your trip to Russia? Bags packed? А, так вы не понимаете. Ну, смотрите. Рус ортакларла сөзлешме измала джейс. Ве кюзелик турлари аджабили джейс. Сач экеменден топ клю кадар хер шей дахил. Нью лайна, нью ю. Молодец, ты все правильно понял. Добрый день еще раз, Таис Филипповна. Добрый, добрый. Знаете, кому этот памятник? Анне Карениной. Ох, молодые люди. Вас еще учить да учить. Да. Я им говорю, Веня, ну куда? Тебе же 66 лет. Он все хорохорится. Все никак смириться не может, что уже дед. Ну, он моложе выглядит. Максимум на полтинник. Какой красивый. Чок гизель. А я в пятницу в ресторан иду. На поминки идут, да? Ты мне что-то рассказывала. Оксан, ну какие поминки? Вообще-то у моего Сергея 50 лет, юбилей. Ты где витаешь-то? Люд, как думаешь, есть операция, чтобы волосы намертво к голове приклеить? Я откуда знаю? Секретарем не нанималась к вам. Довела бабку. Ну, и что это за спектакль? Все хорошо. Мальчик вспылил. То есть он запретил ей выходить замуж? Еще раз спроси. То есть он запретил ей выходить замуж? Я утверждать не могу, но очень может быть.
А насчет семьи, а Костя? Насчет семьи, Костя. Вот это прочитай. А насчет семьи, Костя? Вот это прочитай. Вот и вся моя семья, уж потом пей. Вот, да. Вот это прочитай, вот это прочитай. Ты начинаешь читать, я тебе говорю. Угу. Как бы ты у тебя глаза принимаешь. Угу. Вот и вся моя семья. Пока я читаю, ты зеваешь, смотришь на наручные часы. Вот и вся моя семья. Зеваешь, смотришь на часы. Катя выходит замуж? Киваешь. Но тут написано тете Марине. Вот именно. С тех пор, как мы с Катей... Вот именно. С тех пор, как мы с Катей... Потом она уехала. А потом она улетела. Потом она улетела. А теперь меня даже не пригласили на свадьбу. А потом она улетела. А теперь меня даже не пригласили на свадьбу. Собственная дочь. Так что, Костенька... Собственная дочь. Так что, Костенька, ты и есть моя... Вся моя семья. Так что, Костенька, ты и есть вся моя семья. Ты и еще несколько надоедливых... Ты и еще кучка надоедливых мертвецов. Ну да, здесь уже можешь добавить и приколы, и такое. Да, вот на этом заканчивается. Ты только у висков подрежь побольше. Так? Ну побольше, побольше. Прям вот не жалей, режь. Очки снимем? С короткими. Я моложе становлюсь.